Всем привет! Сегодня 11 декабря, нахожусь я по улице Флотской, проект с однокомнатной квартирой нами завершен. Всю математику смотрите в этом видео, я все там расскажу. Закончили ремонт на очередной инвестиционной квартире. Купили мы ее месяц назад. В течение месяца освежили. Сделали вот такой вот, на мой взгляд, вообще хороший ремонт. Поэтому сейчас мы ее поставим на продажу. В течение месяца, я думаю, продадим. Ну, соответственно, буду держать все в курсе, как идут наши инвестиционные проекты. Всем пока! Друзья, всем привет! Закончили объект на улице Флотской. Что было сделано в данной квартире, мы переклеили, соответственно, обои полностью, покрасили потолок, расшпаклевали, зацеплевали паркет, покрыли лаком 3 раза. Пойдем дальше. Двери, плитку мы не трогали. Обои также поклеены у нас, соответственно, в коридоре. И кухня. На кухне также был, на кухне в коридоре покрашен потолок, заменены потолочные светильники, соответственно, собрана мебель, поклеены обои. Вот и все. Всем пока!